Винегрет с яблоками – это очень вкусный салат, который великолепно разнообразит ваш повседневный рацион. Берите на заметку рецепт. Для приготовления винегрета с яблоками понадобятся самые простые продукты, которые всегда можно найти в холодильнике. Яблоко для салата лучше всего использовать не сильно сладкое, с мягкой и сочной мякотью. По желанию в салат можно добавить квашеную капусту и зеленый горошек. Готовится винегрет с яблоком очень просто и быстро, особенно если заранее сварить овощи. Подавать салат можно как на обед, так и на ужин. Картофель 1 штука. Морковь 1 штука. Соленый огурец 2 штуки. Свекла 1 штука. Яблоко 2 штуки. Соль 0,5 чайных ложки. Растительное масло 2 столовые ложки. Количество порций 3. Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления винегрета с яблоками. Картофель, морковь и свеклу отварите до готовности и дайте овощам полностью остыть. Картофель нарежьте кубиками и выложите в тарелку. Огурец нарежьте небольшими кусочками. Морковь очистите, мелко нарежьте и добавьте к картофелю. Вареную свеклу нарежьте кубиками и выложите в тарелку к остальным ингредиентам. Яблоко очистите от шкурки, удалите сердцевину, мелко нарежьте и добавьте в тарелку. Заправьте салат маслом, посолите и хорошо перемешайте. Винегрет с яблоками готов. Приятного аппетита!